Сальмира. Сальмира. И Анатолий. Очень скоро сейчас полетим с высоты 2750 метров над уровнем моря. Да. Сегодня хороший день, красивый, очень много сколько. И высокая облачность. Ну, ветерок. Ветерок вот у нас так будет. Нам надо, чтобы она перпендикулярно стала. Если бы ты была большим кабаном, я бы не против. Я чувствую, что ты не так. Ну и так хорошо, как можно. Такой мастер. Ну, попытаться. Не хочу я снимать. Да, ты можешь как-то перебьём на выход? Да. Готовы? Да. Не бежать, как... Ой-ой-ой! Все, 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 все,